Алло. Алло, да, я вам скинул реквизиты. Да, спасибо, я увидела ваши реквизиты, да, спасибо большое. А так вы будете брать или? Да, я сейчас, я сам стою в машине, я приеду домой, я возьму, ну, как, через мужа вам отправлю. Ну, как я покажу мужу. Ну, вы же увидите сразу смс-ку пополнение. Или не увидите? Ну, я понял, но я просто сразу, я снял просто объявление, как бы, чтобы я понимал, как бы, да, говорю, на силе, либо... Вы знаете, я часто покупаю что-то через OLX, у меня еще никогда не было таких оперативных продавцов, которые моментально снимают объявление, еще даже когда мне поступила оплата. Ну, а что, вы взяли реквизиты для меня пришло? Да, да, я... Проверки какой-то, или, ну, я сразу... Я извиняюсь, а вы когда даете объявление, вы сразу ожидаете, что вас будут проверять, у вас есть повод проверять? Как-то вы меня сейчас своим звонком, вы меня как-то своим звонком сейчас чуть-чуть в сомнения загнали, как-то так. Я ни на кого не настаиваю. Не-не-не, вы не настаиваете, но я просто как-то вы нехарактерно себя ведете для продавца в OLX, извините, пожалуйста. Подстраиваться под кого-то поведение. Не, вы не подстраиваетесь, я, вы просто ведете. Я позвонил и поинтересовался, да, говорю, нас надо стили. Я же вам сказала, я вам... Когда я прихожу выбирать товар, я достаю деньги и начинаю делать оплату. Так же самое, когда до меня звонят и спрашивают мои реквизиты, чтобы произошла оплата, и перед этим отговорить. Вы абсолютно правы. Когда вы приходите в магазин и достаете деньги, вы видите товар, который вам сейчас отдадут. А когда есть эта интернет-оплата, то, ну, хотя бы как минимум я должна посоветоваться с мужем, а во-вторых, убедиться, что меня не кинут. Ну, вам так не кажется, нет? Мне кажется, то, что на меня позвонили по определенному товару, поинтересовавшись схему способ оплаты, после этого взял у меня реквизиты для оплаты, как бы, ну, я... Я вам логичное объяснение скажу. Вы видели время, когда я вам звонила? Пока бы я доехала домой, это уже было бы как минимум неудобно вам звонить, чтобы вы дали реквизиты для оплаты. Вы едете домой, вы мне не рассказывали о своих маршрутах таких. Я вам не должна о своих маршрутах рассказать. Извините, молодой человек, вы меня очень смущаете. До свидания. Так, ладно.